Здорово! Так, здравствуйте, друзья! Узлы и агрегаты тормозной системы автомобиля ГАЗ-53. Диск опорный. Ну а представим, что это просто штырь. Выполнять будет роль вала тормозного. Итак, поехали! Так, друзья, итак, рассказываю. Ко мне обратился зритель моего канала, зовут зрителя Магомед, из славного города Грозный. Грозный город, привет! И попросил меня рассказать про тормозную систему, а точнее про тормозные диски, которые устанавливаются на самодельном тракторе «Зверь». Ну, который дрова вот несколько дней назад. Ну, как несколько дней назад? Несколько недель назад дрова привозил к нам. Ну, соседям сюда. Итак, мосты на этом данном тракторе, самодельном тракторе, стоят ГАЗ-66. Ну, кто знает, кто не знает, тормозная система на тракторе, на автомобиле ГАЗ-66, там жидкостного типа, то есть гидравлическая тормозная система. На данном тракторе стоит тормозная система воздушная, и там кое-что переделанное, модернизированное, так сказать. Итак, я достал вот такой тормозной диск, ну, опорный диск от ГАЗ-53, ГАЗ-53, ГАЗ-52. Вот это все. Здесь он устанавливается на мост. С одной стороны моста устанавливаются колодки. Вот этими эксцентриками разводятся колодки. Вот здесь, ну, в данный момент здесь ничего нету. И здесь устанавливается в этом месте тормозной цилиндр. Фу, гидравлический. Сейчас я вам покажу, объясню. И так представим, что это вал трещотки от ЗИЛ-130 или ЗИЛ-131. Ну, короче, а с этой стороны будет устанавливаться у нас тормозная камера воздушная. И на том тракторе, я сейчас объясню, вот с двух этих вот частей, здесь устанавливаются, также стоят тормозные колодки, с какой техники стоят, я затрудняюсь сказать, там на том тракторе, наверное, скорее всего, с газика стоят. И тормозной цилиндр вынут, как говорится, демонтирован, вставлен вал, вот там вставлен вал, который разжимает и тормозные колодки, то есть, ну, все знают этот вал, который ЗИЛ-131 или ЗИЛ-130. И этот вал входит здесь, тормозная камера воздушная. Здесь закреплена на 4 болтах этот вал, ну, не вал, вот этот, так сказать, корпус, где вал этот ходит, вот так вот. Ну и так это все модернизировано. Но остальное все, трубопроводы, воздушные проводы, воздушные трубопроводы, по которым подходит газ накачанный, под давлением. Но это сами все знаете, как сами умеете все это делать. Так что вот так вот, Магомед, не знаю, наверное, тебе ясно, понятно, что эта часть устанавливается, вместо тормозного цилиндра диск опорный остается родной, а вот эта часть, это там, наверное, возможно, там какие-то есть, может быть, что-то проточили в этом диске. Ну, он крепится четырьмя болтами. Далее видео, которое я вчера ходил, снимал специально для Магомеда. Это будет все показано. Так что вот так вот. Да, кстати, ко мне обратился мой зритель Алексей из города Видное, Подмосковье. Алексей, привет. И пишет: Владимир, сними что-нибудь про трактор, какую-нибудь интересную тему. Люблю смотреть про трактора. Так что, Алексей, смотри. Вот устройство тормозной системы. Ну, это вот сейчас такое небольшое вступление. Потом будет именно я хотел вчера. Ну, а так все в основном. Что еще? Вот такой диск у меня есть. Ну, лежит. Ждет своего часа. Вот так вот. Ладно, ребята. Спасибо всем за внимание. Смотрите далее, как это все установлено на тракторе. А с момента того, как я последний раз снимал этот самодельный трактор, там уже прошло некоторое время, несколько дней уже.
И ребята там модернизировали, сзади у этого трактора самодельного выкинули рессоры и сделали просто жесткое крепление моста заднего, к так называемой раме. Потому что, почему убрали рессор? Потому что там стоит железный блок, железобетонный блок стоит, вешается лопата, и рессоры периодически ломаются от высокой нагрузки, которая приходится на это. Ну и поскольку там лежит блок, он трактор так и так, пригруженный, так что кто-то скажет, возможно, что очень тяжело трактору, нагрузка высокая, нормально все, как говорится, тракторист попробовал, они поездили, испытали, говорят, нормально все, хватает, ничего не трясет, хватает, так вот, такие вот инновации. Так, ребят, ну что, я пришел в гараж, где стоят наш колхозный гараж. Тут стоит Урал. Ждем. Короче, здесь никого нет в данный момент. Я пришел снять тормоза, тормозную систему трактора самодельного. В данный момент здесь закрыто. Нам сказали, сейчас придут через полчаса, приедут. Вот тут лежит, как всегда, это все оборудование. Колеса лежат, одни колеса лежат. Другие не лежат, стоят, другие колеса стоят. Бочки под солярку стоит Урал, на котором возят дрова. Так, это отвал от самодельного трактора, который вешается спереди. Вот, ребята в деляне находятся. Сейчас постоим, подождем, наверное. Это машинка хозяина Олега, хозяина трактора. Дастер, Рено Дастер. Это лес сосновый. Такой вот лес у нас заготавливают. Сосновый лес. Ну вот так. Ай, так. Вот такой гараж большой. Гараж строился в советское время еще. Заливали, вот видно, со шлака. Шлак, щебень. В столбах. Столбы такие железнобетонные. В данный момент пока нету. Сейчас, наверное, Короче, сходим сейчас где-нибудь подождем в другом месте, пока нет никого. Опять пригнали Урал, на нем возят дрова, короче, лес возит, все на нем возит. Загоняет его в гараж. Прицепчик такой самодельный. Тоже что-то на нем возит. Такой прицепчик, это просто перевозить что-то. Вот такой прицепчик. Все это стоит, все это лежит. Ладно. Сено лежит. Я вам показывал как-то в рулонах. Здесь было два бурта. Осталось четверть одного бурта. Один целиком продали и 75% большого продали тоже. Это все лес. Тут танкомер сосновый. Лежит лес. Тут сразу его что-то идет на столбики, что-то в продажу. Здесь вершинник лежит. Вершинки такие вот. Тут танкомер. Ну вот, на столбы вообще, ну, короче, в дело везде пойдет. Это вот не кондиция. Видно, сразу его отсортировали. Метра по два лежат такие вот штучки. Обрезки. Так вот. Так вот, так вот. Ч,
телега стоит. На чурке. Телега стоит, наверное, колеса, наверное, прохудились. Это территория в колхозное время, колхоз был, здесь был машинно-тракторный парк. Гаражи, ремонтные мастерские, агрегаты, трактора, все стояли. Сейчас ничего не осталось. Один целиком там гараж автомобильный стоял. Это гараж был. Разобрали. Клюшки он там стоит несколько. А этот вот остался. Так вот. Тут слякотная погода начинается у нас. Птички. Ну, работай, что? Я не знаю, где я буду. Я понял. Нет, завтра я Деляну уеду. Переделки. Рессоры убрали. Что вы еще убрали? Рессоры убрали. Не поставили его. Здорово. Так, что тут переделали? Поставили мост наверху. А что рессоры убрали? Почему? И ломает. Ломает. Мост заворачивает, когда он ломает. Это сзади только рессоры убрали. А спереди стоят. Так, это. Тормозную систему покажи. Стоят тормозные барабаны. ЗИЛ 130. Вот это стоят. ЗИЛ 130. 31 или 150. Ну-ну. Опорные диски. Опорные диски переделаны. Это, короче, середина 66-го вырезана. И ЗИЛ вырезаны, совмещены и. Тяги неправильно сделаны на сцеплении. Что это? Туговато сцепление. Да. Надо там что-то с тягами. Тягу удлинить надо одну. Выжим, ну, наверное. Легче, чтобы было. Ну да, что. Сейчас я ключем попытаемся посмотреть. О! Так, видно? Нет. Тормозная система. Это мелочь заебала. Жирки будут таскать руками нахуй. Сейчас, кстати, вообще,
Диски зиловские стоят, правильно? Диски? Нет. Диски не зиловские. Опорные. С чего опорные? Они диски? Стоят родные 66-го. 66-го. Да. Просто там вырезано под эту все. Он видишь, на 4 болта держится. А, да-да-да, вот этот кулак. Да, вот этот кулак. Вот этот. Ну. Трещотка сама. Да, тормозная камера. Вырезана, прикручена, да-да. Это старый хозяин переделал, делал, да? Ну. Ну, вот все. Что тут еще показать? Все, ребят. Кому что интересно, пишите, еще раз покажем. Придем. Диски прикручены, вырезаны. Так. Видно? Ну, наверное, видно. Тормозная система. Сзади. Ой, блин. Так, ну все.